Сегодня посмотрим, как выглядит на разрезе томат Бизон черный. Вот так он по внешнему виду. На вес этот томат не очень большой. 158 грамм. Посмотрим, как он выглядит на разрезе. Вот такая вот сердцевинка, розовая, посерединке красное пятнышко. Тут семенные камеры коричневого цвета. Вот вторая половинка такая же. Ну, попробуем на вкус. Чуть присутствует кисленка, но помидорный вкус. Сладости так немного. Бизон черный.